В Северном Казахстане стартовала уборочная кампания. По оперативной информации областного управления сельского хозяйства, на 18 августа в регионе скошены озимые культуры на площади 1173 гектара, на молочно 2078 тонн зерна. Средняя урожайность составляет более 20 центнеров с гектара. На полях задействовано более 9 тысяч единиц специализированной техники. В этом году посевы сельскохозяйственных культур в Северо-Казахстанской области заняли 4 миллиона 340 тысяч гектаров. Из них подзерновые аграрии отвели порядка 3 миллионов 316 тысяч. На треть по сравнению с прошлым годом увеличились посевы масличных и кормовых культур.